Мы с вами не встречались? Это Натан Брэд. Я новый учитель английского языка. Вы живете неподалеку отсюда? Да. Это старый дом Бидлов. Это дом Бидлов. Я действительно слышал ужасную историю о мальчике, который раньше жил там. Вы знаете, я слышала, что здесь водятся привидения. Вы не видели, чтобы там происходило что-нибудь странное? Скажите, сыр. Она совсем не смешная. Нет. Я ничего такого не могу придумать. В последнее время происходят какие-то странные вещи. Что-то явно не так. Зачем вы это сделали, чувак? Это не круто. Такого понятия, как проклятый чувак, не существует. Это нереально. У меня каждый раз мурашки бегут по коже. С вами все в порядке? Разберитесь с беспорядком, разберитесь с носом. Все это взаимосвязано. Он мстит за то, что сделали с ним наши родители. Боже мой, мы убиваем детей непосед. Расскажите нам, что происходит. Совершенно очевидно, что вы в курсе. Вот почему все это происходит с нами. Я жду вашего звонка. У нас нет выбора. Сейчас все закончится. Бегите, бегите, бегите. Пришло время им узнать правду. Пойдемте со мной. Ух ты! О боже мой! Подождите, вам нужно поговорить. А почему от Джеймса пахнет арбузом, владельца веселого ранчо? Я как раз собиралась сказать.